Коллеги, приветствую вас на YouTube-канале Клуба трейдеров «Картель». Продолжаем тему поиска контртрендовых точек входа. Кто не видел первую часть, посмотрите. Там я описываю те факторы, которые необходимы для поиска возможных точек входа контртренд. Покажу на примере монетки Алго. В сделке участвовал. Логику, в принципе, объясню. Значит, монетка, это вот скрин 21 числа, но немножко до, когда у нас здесь биток полетел, монетка стояла на лонговый лист, но, к сожалению, наверх движение не случилось, и произошло здесь вот, скажем, восходящее движение, откат и невозможность уйти выше, и мы провалились поглубже. Был 21, получается, марта, было восходящее движение. Закрылись, в принципе, далековато от уровня. Особо не рассчитывал, но монетка живет своей жизнью. То есть, если мы посмотрим на биткоин, на рост, в это самое время монетка не очень-то и растет. А значит, можно посмотреть какие-либо слабости на поиск возможной точки входа в шорт. В данном случае получилось через ложные пробои. Там немножко подзапилили уровень, дождался, пока успокоится волатильность, и затем, но обо всем по порядку. Значит, монетка в целом стоит слабее битка. Значит, фон, в принципе, нам позволяет смотреть ее на контртренд. Значит, это 22 марта. Неплохо так шли. Ночь постояли, и вот утром полетел такой, скажем так, импульс. Немножко даже там прочувствовали, да, уровень, небольшой ретест и дальнейший ход. Обращаю внимание, что время 9 утра. Это сыграло ключевую роль при поиске точки входа. Значит, я вот выделил участок, это с 9, там, примерно до 3 часов, 5-минутный таймфрейм. В это самое время биток стоит и никуда не идет вообще, а монетка полетела. Возможно, какие-то манипуляции, как угодно это можно называть. Я жду конкретную точку входа. То есть, если мы, я вот описал, да, те факторы, которые нужны для пробоя. Что происходит на самом уровне? Поджатия нет, накопления нет, удержания как такового нет, то есть цена пробила и уехала обратно под уровень, то есть нет никакого проявления силы, которая удерживает цену над уровнем и не дает ей завалиться обратно. То есть ретест не удался, дальнейшее движение восходящее также не уехали мы далеко, да, то есть получился глубокий откат и такой небольшой перехай, и дальше нас потащили к уровню. Плюс здесь нет точки входа, так как высокая волатильность, то есть я жду чистых 2 бара, хотя бы 2 бара под уровнем на М5, и по закрытию 2 бара можно рассматривать вход. В данном случае стопик далеко, поэтому входа нет. Ну и фон – это биток, который стоит и никуда не идет. Значит, следующий, скажем так, момент, что происходит на уровне. То есть после вот этого небольшого перехая нас притащили обратно к уровню. Мы опять касаемся, подтверждаем, и после этого уже не способны идти дальше. То есть я это расцениваю как отсутствие интереса на продолжение движения. И после этого инструмент заваливается под уровень, и я вот жду 2 чистых бара вниз. То есть в данном случае мы еще этот локальный лоу обновляем. И вот эта восходящая структура, она немножко ломается. То есть что есть структура на младших таймфреймах? После импульса должен последовать откат, после которого должен следовать перехай. Если после этого происходит как бы слом, да, то есть происходит опять откат и отсутствует импульс на продолжение, то я это расцениваю как слабость. Ну, в данном случае перехай не случилось. В принципе, если движение нисходящее, то все то же самое, только в противоположную сторону. Значит, после того, как инструмент
закрепился за уровень, да, здесь еще небольшой ложный пробой двумя барами, 2 бара чистых под уровнем, вход по рынку после закрытия вот этого бара, то есть на вот этом, в открытии вот этого зелененького, и стопик за самый хвостик ложного пробоя, там было порядка 0,7, по-моему, процентов. Ну и далее тейк фиксированный, я, к сожалению, приболел. Вот стоп 0,74 получился, 17 копеек. Значит, такие сделки, контртренд, их можно сопровождать с целью извлечения максимальной прибыли, да? Потому что мы заходим практически на самый, у самого экстремума и можем ожидать более, скажем так, продолжительного и сильного движения. Я приболел, поэтому тейки фиксированные, сил особо не было сидеть, сопровождать все это дело. Здесь вот была наторговочка, вот в эту наторговку я ставил тейк. 22.15, по-моему, был уровень, ну, тейк профита. Сделочка закрылась, далее там небольшой откатик тоже последовал, ну и потенциал хода на момент подготовки презентации, вот запасик хода составлял порядка 20 к 1. То есть схематично еще раз пробежимся. Значит, все всегда только относительно уровней. В данном случае у нас была небольшая наторговочка, да, повышательная под уровнем. Для пробоя нам нужна наторговка вблизи уровня, либо поджатие. Если этого нет, то для торговли в продолжение нам необходимо закрепиться после ретеста, уходить на перехай. В данном случае перехай получился совсем небольшой, а ретест был через ложный пробой, то есть точки входа в продолжение не было. Ну и плюс на домашке монетка все-таки рассматривалась на шорт, именно в контртренд. Значит, после того, как монетка приходит к уровню и не может идти дальше на перехай, в этой точке я жду либо поджатие, и тогда вход в пробой, либо вот как у нас получилась небольшая торговочка перед уровнем, мы завалились. Протестировали уже с обратной стороны и вход в продолжение. Ну и примерный ориентир для тейка я выбрал на торговочку, то есть точка старта, откуда было инициировано последнее вот это восходящее движение. То есть вот эта на торговочка был импульс, и в эту самую торговку я ставил take profit. То есть, если инструмент не проявляет должной силы на продолжение движения и происходит тот же самый, та же самая пробойная формация, но с обратной стороны, можно рассматривать вход. То есть, в данном случае это контртренд к более старшему таймфрейму, ну а в моменте, по сути дела, трендовое движение, если мы рассматриваем движение от хая, то есть у нас есть импульс на торговочка, опять импульс на торговочка, импульс. Небольшой откат. Опять-таки затухание волатильности перед уровнем. Все условия складываются. Ну и формализация, да, точки входа. Я свою картиночку дождался. И вход и тейк. Вот на этом, пожалуй, все. Если будут какие-то вопросики, можете писать в комментарии под видео. И, может быть, рассмотрим еще одну, скажем так, формацию входа в контртренд лимитным ордером в отбой от уровня. То есть это так называемые слепые лимитки. Я их не очень люблю, но иногда тоже применяю, если позволяют условия. Вот, все. Всем спасибо. Пока-пока и удачи.